Збройні сили виходять на найважливіші висоти, змушують рефію кидати останні резерви, щоб заткнути дірки, завдають ударів по логістичних центрах, складах з боєприпасами та командним пунктам. Російська оборона втрачає свою форму. Це лише заголовки американського видання The Times. В таких условиях говорити з Вашингтоном і його сателітами, звісно, не о чому. Україна порушила логістику російської армії, що ускладнює швидке переміщення військ у зоні бойових дій. Тому існує три ймовірні варіанти дії Збройних сил України. Просунутись на схід від Бахмута, а потім повернути на південь до Донецька. Рухатись на південь від Вугледару до Маріуполя та просунутись до Токмака, а потім оточити Мелітополь. Це дозволить ізолювати Крим та усі війська, які будуть знаходитись на захід від прориву. І особливо важливо те, що Крим перебуватиме під постійною загрозою артилерійських та повітряних атак. Ну, завжди в будь-яких такого роду операціях назначаються не один, а три. Помните, ми з вами говорили? Три направлення. А основне вибирається вже потім. Тому, коли сразу начинают говорить об основном направлении и развитии событий по одному направлению. Ну, здесь либо какое-то ИПСО, допустим, либо, может быть, не знание определенных законов ведения боевых действий. Три. Одно более-менее основное, два дополнительных, причем можно сказать, что все три одинаковых. Основное будет потом, когда будет принято решение и как пойдет ситуация по всем этим трем направлениям. Основное выберется там, где будет веселее, называется. Причем самое интересное, генералы всегда, особенно один, который тот же Залужный, потом скажет: я так и думал, я так и назначал, это было основное направление. Вот никто ж не знал, а я об этом знал. Это, конечно, с любовью к генералу Залужному. Естественно, это шутка и сарказм. В какой-то мере. То есть три направления. И эти три направления сейчас уже видны. То есть, и это не только в сторону Мелитополя. Я бы сейчас больше говорил о направлении на Старомлыновку и на Азовское побережье между Бердянском и Мариуполем. Вот это направление, более исходя из той динамики движения, оно более приоритетное и выполняет на данный момент намного больше задач, чем даже выход на направление в сторону Мелитополя, потому что отрезает большую часть оккупированной территории от сообщения с россиянами, сразу выстраивает определенные такие фронтальные, вернее, не фронтальные, а фланговые рубежи, с расширения которых выходим сразу на Мариуполь и дальше начинаем двигаться в обратную сторону Мелитополя. Ну, то есть расширяем этот клин. Само движение по себе, а дальность примерно одинаковая, около 80 километров из-под Угледара до Азовского побережья и из-под Орехова до Мелитополя. Общая дальность примерно одинаковая. Поэтому это второе направление. Ну и сейчас открывается третье направление, это Херсонское. Все, левый берег сухой. Наши там побегали по левому берегу, докладывают, воды уже не нашли, вода сошла с левого берега. Двигаться можно, тяжелой техники. Каховское водохранилище, мы это уже говорили. Россияне подорвать-то не подорвали, воду сбросили, ил действительно там больше метра, его пройти невозможно, здесь гидрологи их не обманули, около года будет этот ил просыхать по некоторым направлениям, но вскрылись дороги, то, что прощелкали россияне, те дороги, которые были до создания Каховского водохранилища, они сейчас скрылись, они же, естественно, выше. Они илом были запечатаны, ну, вроде как консервации, были законсервированы этим илом, и они сейчас хорошо себя показывают, и уже сухие, и, в принципе, по ним можно двигаться. Дорог очень много, там больше 100 километров Каховского водохранилища, этого старого Днепра русла, а дорог где-то больше сотни дорог, по которым можно двигаться. Потому общее направление Херсонское, третье направление в сторону Армянска, оно также в ближайшее время может открыться, причем оно больше даже по
приоритетности, так как там практически нет заградительных сооружений, особенно из-под Каховки. Они же не думали, что с дорогами напортачили, как всегда. Это как Олежки искали, спрашивая Цюрюпинг в свое время, россияне по своим старым советским картам. То есть здесь прощелкали этот момент. Потому три направления есть. Херсонское направление с Херсонского фронта в сторону Армянска, с Орехова, из-под Орехова, мимо Работина на Токмак, на Мелитополь. И третье направление – это из-под Временского выступа на Старомлыновку и дальше в сторону Андреевки, может быть, Урзуфа, Ялты Донецкой. Там есть даже такие у нас названия. То есть общее направление на Азовское побережье. Потому посмотрим, как будет развиваться событие. Я бы не исключал всех трех направлений. Еще не факт, что основное – это то, которое сейчас почему-то… Такое впечатление, в один момент раз все включились и начинают рассказывать россиянам, что мы идем на Мелитополь. Ну, мы идем на Мелитополь уже год. Вот движемся. Ничего страшного в этом нет. Убьем всех. Никуда они не денутся. Уже не успеют убежать. Исходя из тех действий, которые сейчас видны российского руководства, российское руководство приняло решение уничтожить российские войска на украинской территории и набрать новые. Эти не справились, я так понимаю, для них сейчас будет новый призыв, наверное, на сентябрь месяц. Новые 300 тысяч расходников будут собираться по Российской империи. А эти все, эти уже трупы. Ну, вот мы уже говорили с вами о том, что наша война и наши действия, военные в том числе, вплетены в общую канву предвыборных определенных моментов, связанных с выборами в Соединенных Штатах. Там есть политологи, которые разбираются во всем этом. Естественно, внешняя политика, а это для президента Америки одно из важных, так сказать, его полей деятельности, она определяет иногда и отношение к нему избирателей. Потому внешняя политика здесь нужно показать перед выборами, ну, кучу плюсов по разным направлениям. Там, начиная от, мы уже говорили, пингвинов Арктики и заканчивая эскимосами. То есть везде надо показать, везде Америка впереди планеты всей. Естественно, президент Америки всем управляет, и если он управил всем, решил все вопросы, то вроде как есть возможность ему переизбраться. Потому в таком режиме у нас есть определенная, ну, можно сказать, расписанные роли. И в военных действиях в том числе. Вот в эти роли вписывается, допустим, саммит НАТО в Вашингтоне в следующем году. На этом это ж большое мероприятие, как раз политическое, предвыборное, а тем более мероприятие, которое возглавлять будет кто? Президент Америки. Ну, то есть в Америке президент Америки на... начальник НАТО, можно так сказать, на том этапе. Естественно, там ему надо какие-то положительные плюшки показать своим избирателям, что он решил какую-то проблему. Вот одна из таких плюшек больших – это мирное соглашение, то есть решение кризиса Украина-российского, как они это у себя показывают. Ну, то есть, а это решение, для этого решения нужно выполнить ряд определенных задач, одна из которых – уничтожение российской армии. Ну, мы ее так видим. То есть мы видим уничтожение российской армии до последнего россиянина. Умерли, закопали, забыли, что они вообще здесь были, вышли на госграницу. Американцы могут это чуть по-другому видеть, но само действие должно быть вплетено в этот саммит. И на этом саммите нас, как победителей, должны принять, вряд ли примут, потому что это все-таки американская территория. А НАТО, оно, это такой общий блок, и европейскую страну принято принимать на европейской территории, это будет только 25-й год Нидерланды, это следующий саммит после, то есть 24-го Вашингтонского, в Нидерландах будет саммит в 25-м году, потому, скорее всего, принимать нас в НАТО будут в 25-м году, а приглашать, так сказать, это вот вишенка на тортике в 24-м в Вашингтоне. А к этому времени, естественно, мы уже должны закончить горячую фазу боевых действий. Вот Резников, скорее всего, всю эту... Ему просто, скорее всего, показали как этот план развития событий.
когда мы подпрыгиваем, когда мы присаживаемся, когда мы на растяжке, где мы поем, где мы молчим. Ну, то есть этот план показали, и он, естественно, по нему начинает уже выдавать какие-то прогнозы. Потому Резников точно понимает, что с него спросят в следующем году. Если он уже говорит, то он уже говорит как раз вот из этих планов, по крайней мере, тех, с которыми его ознакомили.